Шахида, по какой причине вы приехали к нам? Первая причина — у меня нужно провести операцию мне на уменьшение желудка и удаление желчного пузыря, так как у нас пока таких операций не делают. И поэтому я выбрала именно в Турции эту клинику. А операция нужна мне для того, чтобы уменьшить мой вес и понизить риск в дальнейшем на заболевание сахарного диабета, инфаркта, инсульта и избавиться от лишнего веса. Спасибо, операция прошла очень успешно. Все было даже неожидаемо. После операции через 6 часов уже меня подняли на ногу. Я уже на завтрашний день ходила сама, передвигалась свободно. Результаты оправдали меня. Какой был результат? Результат при прибытии в больницу было 104 килограмма, а сейчас при выписке через неделю уже 95. Это очень хороший результат за неделю. Я очень рада. А что вы еще ожидаете? Еще большего, иншаллах. Хочу достичь максимум 55 килограммов.